Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі, Амангелді Джахин, Оргкомитет оппозиционной политической партии «Алға Қазақстан». Казахстан должен вести независимую внешнюю и внутреннюю политику с ориентацией на ведущие страны мира. Это США, Евросоюз, Япония, Южная Корея, Великобритания и Канада. От такого союза, как Евразес, Казахстан несет огромные убытки, исчисляемые миллиардами долларов, и ставит нашу страну в кабальную зависимость от России. Деятельность Роскосмоса наносит колоссальный ущерб экологии Казахстана. Все космические державы мира отказались от гептила из-за его сильной токсичности. Российские протоны, которые регулярно падают чуть ли не на головы казахстанцев, работают на токсичном гептиле и откровенно травят казахстанцев и окружающую среду. Из-за агрессивной политики, великодержавного шовинизма и развязывания войны с Украиной практически на пустом месте, Россия получила статус международного изгоя. Но тысячи санкций, полученные от коллективного Запада на Россию, легли тяжким бременем на нас, как на ближайших союзников. При этом регулярно через своих официальных горлопанов Россия не забывает напоминать о своих претензиях на наши северные территории, северные области. Вы скажете, почему официальная власть и президент ведет такую предательскую политику по отношению к собственной стране и к собственным гражданам? Ответ, как всегда, прост. Кровавые январские события показали, что эта власть бандитов в Казахстане держится на штыках Путина. И что при массовом выходе народа на протест, полиция, а тем более армия, мгновенно переходит на сторону народа. Представляете, Токаев не доверяет собственной полиции и собственной армии. Поэтому ему и приходится быть вассалом Путина. Причин, по которым не должно быть никакого союза с Россией, еще множество. Вот зачем нам военный союз с Россией, когда нам кроме России никто и не угрожает? Поэтому мы, придя к власти парламентским большинством, мы добьемся выхода из всех экономических и политических и военных союзов с Россией. Казахстан будет вести миролюбивую и дружественную политику со всеми странами мира, в первую очередь со своими соседями. Поддержите нашу партию, вступайте в нашу инициативную группу через Telegram-бот или WhatsApp-номер. Поддерживайте нашу партию финансово. И тогда мы вместе, объединившись, построим богатую и процветающую страну. Алга Казахстан.